И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Angry Panda. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все хотели, чтобы мы записали прятки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Так, ну что, Димон, я тогда беру аниматроника и даю вам ровно одну минуту и одну секунду, чтобы вы запрятались. Ну давай тогда взлечу как раз секунд 30. А я сейчас полет отключу, стопы. Не, какой полет ты отключишь? А чё, ты сейчас будешь летать там на крышьях? Я не буду залетать никуда, я просто хочу карту показать. Все, вот, все хорошо. Показываю людям карту. Вот, видите, ребят. Картецкая нормальная такая, если честно. А я покажу, когда буду искать вас и мочить всех подряд. Там можно залезть. Тут типа лестница. Тут так, везде покрытие. Классно. Модельки какие можно, не можно. Ну, только пилпаки маленькие нельзя. А так собачек можешь, покемонов своих любимых. Или покемония. Колобонов. Ну вот, или Серега сказал какую-то ерунду. Как всегда. Так что, ребята, вы особо не обращайте внимания, мы уже привыкли. Так, давайте тогда я предмет пока заспамню, буду смотреть, что там, где Димас прыгает. Давай, я скажу, где я. Давай. Извини, чувак, я тебя видел, как ты прыгал своей мордой красивой. Ничего себе, что за звуки я издаю. Слышишь, Димас, как будто бомбы кто-то устанавливает, да? Это я пробил, нажал. Хочешь, еще раз сделаю? Ну? Ого! Не, мне кажется, ты все-таки какие-то другие звуки издаешь. Димас, кого ты нашел еще? Да только одного этого Angry Panda. И еще тебя теперь. Я хочу тебя найти. Значит, я Серегу могу так найти. Если за текстурами летать. Я не А, да ладно, Серега, скажи честно, за текстурами. То в крыше сидишь, то на топораше где-то. Нет. Подсказка, я в доме. It's okay. А, я знаю, где ты. О, Димас, у тебя башка сквозь лестницу. Вот хорошо, тут еще двери не открываются, это вообще в жизнь было бы. А, это двери? Не, это стекла. А, да? Да, только они бронированные, видишь? Понял. Типа... Так, тут никого? О, Димас, ты зашел, кстати, этот. Ух ты, блин! Форн. Ну что, Димас, взорвался? Да не, кто-то там взорвался. О, вот тут надо поискать. Давай, поищи-ка. Димон, ну Димон, я не могу найти. Не можешь, да, найти? Не, могу, могу, знаешь, почему не могу? Ну, давай. Потому что не могу. Вот тут ты, вот, Серега, вот в этом, вот в... Вот тут. Только, кстати, Angry Panda, кстати, не увидел, чтобы она искала вместе с тобой. Да и правильно делает, я хочу вам сам найти всех. Серега, ты чё погиб? Да извиняюсь, это я лоханулся. Да не, если ты лох, не извиняйся. Тебя простительно. Всякое бывает в жизни. Вот, вот здесь он, вот тут. А, он же умер, блин. Он перепрятался, да, наверное, уже? Димон, ты тут. Ты тут, ты тут. Где? Нет, тебя здесь нету. А какой у тебя персонаж? Ой, Angry Panda перепрятался. Димон, какой персонаж у тебя? Пикачу, покемон. А, желтоватый. Да, желтоватый. Чего? На дереве, Димон, я тебя вижу на дереве, слазь отсюда. Да-да-да, сейчас слазю. А, то не ты. То яблоко. А что Angry Panda написал то, что перепрятывается? Ты его что, не поймал, что ли, оказывается? Да убил я его, ну не знаю, что так получилось. Angry Panda, давай бери аниматроника. Давай, да, наверное, помогай. Пацаны очень жестко заны... Вот! Да. А, нет. То Димас что-то не справляется. Да Димонка, ага! Димас, я слышал, ты тут где-то взорвался. А! Да вы что, идира, давай! Это мои ловушки. Дурачки, что ли? А! Вы дураки! Убил? Че, Димас, взрывает тебя по полной? Да тут так Серега дурак наставил. Серега молодец. Ого, ребята, смотрите. Кто видел Resident Evil? Обитель зла. Да, кстати, я когда смотрел этот фильм, я поражался, как там выживало это. Че, убил кого-то, не? Нет. Да ты че, обманку сделал? Серега, походу, заставился бомбами и сбежал оттуда. А, и умер, чтобы мы типа подумали, что он там, и типа он случайно. Гениально, гениально.
Деактивируем. Ты что там где-то еще взрываешься? Да тут он бомб наставил, как будто атомная война должна быть. Вот тут ты, Димон, вот тут ты. Вот тут, вот тут, вот тут. Я тут, да? Ну да, да, Димас, я тут. Видно меня, Димас, видно? Хорошо. Дай подсказку небольшую. Подсказку, да? Ну я вообще туда запрыгнул. Куда туда? Да подсказка, спасибо. Так, ты запрыгнул. Да, я запрыгнул. Так, куда можно здесь запрыгнуть? Я залез, Димас, на крышу и запрыгнул туда, короче, понял? Ах ты жлоб. Давай. Сейчас, я, сейчас. Короче, я не на земле, Дима, сразу говорю, я не в доме и не на земле. То есть... Хорошо. Вверх, вверх это моя стихия, короче. Я понял. Серегу, кстати, ты еще не нашли. Вы на Серегу-то не нашли. Да он же ж умирает и перепрячивается, кстати, каждые 5 я минут. Я Серегу заметил, кстати, я видел, где он был. Вы просто... Тихо, Димон, тихо, не спорь. Ты видел же, Серега, мою лапу пролетающую? Да-да-да, я видел, ты меня видел. Капец, чуваки, как вы они себе видели. Так оно вроде так кажется, карта реально запутана, и еще яркие цвета такие. Вот, так где ты, алло? Я здесь летаю. Два раза прыгнул или три? Димас, ты серьезно? Я что тебе, ты вот тут, реально я тебя не вижу? Не вижу, ты сейчас, Димас, на крышу. Вот я стою. Я вижу тебя. Как ты меня видишь, ты не можешь меня видеть. Димас! На! Так я вроде тут проходил один раз, а не увидел. Да как ты, ты как так-то? А так я просто, я даже не прятал, я не садился, я просто стоял. Все, Диман, давай Серегу будем убивать чуть-чуть. Давай. Так я знаю, где Серега находится. Серега, давай, перепрачивайся. Перепрачивайся. Вот такого возьму, смотри. Это Игнатил. Пошли. Пил пак. Давай, Игнатил. Кто-то звуки конченые издает. Не, это не я. Это Ингрипанда взял этого Найтмэра, это, ну, Шадоу Трапа. Понял. Я буду от первого лица играть. Так, Серега прятался там, значит, он недалеко должен убежать. Он должен где-то быть рядом. Сейчас мы как раз-таки рядом и посмотрим, где он тут. Вот здесь, мне кажется, он где-то сидит. Он спрятался, хорошо. Он где-то в доме сидит, в помещении каком-то. Либо в кустах. На крысу, как всегда. Так, вот допустим, он был там, в этом доме. Ну. Куда мог пойти перепрятаться, сходить? Под столом в кафешке сидит. А с чего сразу в кафешке? А где ты под столом сидишь? Так, давайте поменяем. О, кто-то уже на мою растяжку наступил. Ого, я слышу взрывы. Еще одну. Еще одну. У тебя сегодня много растяжек, да? Ого, тут взрывы. Так. О, хо-хо-хо-хо. Еще где-то подорвался я. Так а где ты, Димон? В каком ты здании? А я просто бегаю, кругами тут наматываю, смотрю. Сразу говорю, возле этого, в доме у окна. Ты? Угу. Понял. Ах ты, блин! А! А я, Димас, говорил, что он в доме каком-то сидит. Я же сказал... Да он тут насрал. Бомбами. Он понимает то, что... А, ты говна! Я ж в наушниках, ты издеваешься, что ли? Алло. Мне реально громко очень эти взрывы. Я ж дергаюсь. Не знаю, что ты взрываешься, расскажи. Да здание здесь вонючее такое. Да, вонючее. Вот я, смотри. Давай беги, знаешь куда? Куда? Возле окна, Дима, смотри, оконные здания. Грининг. Так, вот сейчас буду каждое окошечко просматривать. И сейчас что-нибудь да найду. Ну, Серега, ну ты, конечно, мочишь. Ты, конечно, мочалка. Я так недавно никогда не искал еще. Ой, блин. Сам себя убил на минах. Так, ладно, давайте, я буду считать. Да, давай. Я уже слышу, как тулганом кто-то клацает. Это Серега все мины выдает. Серега, ты уже палишься. А я все равно не здесь буду прятаться, сразу говорю. Хорошо. Ну чё, давайте. Да стой, 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 ой, мужик, стой, сейчас. Я надо. Немножечко мне надо. Много сразу, шоколада. Сразу говорю, где мины, значит там и я. Ага, ну тебя будет легко найти. Давай. Я уже видел, как собака пролетела около меня.
Собака. А я капхэт вообще-то. Кто-то за собаку играет за коричневого, Димас. Ты что ли? Нет. Ха-ха, спалился. Ты меня увидел, да, уже? Перепрячиваться? Не, я просто видел, что издалека... Я просто там, ну, стою на конце карты и видел, что собака пролетела мимо, и все. То есть я примерно где-то знаю, что ты... Знаю, короче, одну четвертую карту, где ты можешь находиться. Понял. Не, я уже улетел, все, ну нафиг. Понял. Вон, вижу, собака упала куда-то. И сдохла. Кто так упал? Это ты, Димас, так упал? Нет. Ну чё, короче, я вас ищу тогда. Пошёл. Да, давай. Пошел на звук тулганов. А где у нас тулганы звуки дают? Все, Энгей Панда, ты слился. Да он специально это делает. Да не, он все, если он слился, то все, неважно, от бомб, не от бомб, я все равно уже все зачитаю. Все, умер навсегда. Да, потому что вот этот бомб вы умираете, и нечестно получается. Жесть тут нычек сколько. Тимон, тут столько можно запрятаться всего ну, раз. Ну, правильно, правильно. Ребята, если вы хотите следующую серию «Аниматроники пугают охранника», ставьте лайк. И она обязательно будет, эта серия. А тут фиг знает, где он может спрятаться вообще. Да сейчас найдем. Столько мест. Давай подсказку. Каждое тут, каждое это бревно поднимать тут. Да ты можешь даже в кустах спрятаться. А, ну да. Я не знаю, где ты прячешься. Реально он тут в кустах может спрятаться. Ну давай, я тебе давал подсказку, где я нахожусь, давай теперь ты подскажешь. Я не на земле, я в подвешенном состоянии. А вот я так и знал. Я на воздухе. И не на крыше. И не на дереве. На воздухе. Могу выйти показать, когда сдадитесь? Ребята, это, наверное, будет тот случай, когда мне придется выйти и показать, где я сидел. Неужели он сейчас будет? Ты чё, прикалываешься? Выйти, показать? Не надо. Выйти. Как ты с балок выйдешь? Ну я спрыгну, я спрыгну и покажу, где я сидел. Да ты читмен. Не, туда можно зайти налегке. Даже ничего не надо для этого. Так я уже каждую балку осмотрел. Нет, не каждую. Как так? Ну я откуда знаю? Вот просто прикольно. Получаю удовольствие. Я уже каждую балку осмотрел. Выходить? Все, давай. Выходить? Давай. Все, выхожу, идите на спаун. Вот тут я стоял. Так понимаешь? Понимаю. Я сюда смотрел, Димас, в начале карты сюда смотрел. Все, как хочешь, будет на ролике, знаешь, посмотришь. Знаешь, как, Димас, я смотрел? Вот иди сюда, спустись вниз. А ну. Я просто вот так вот вверх посмотрел, вот сюда вверх посмотрел. А оно не видно. Если так бы ты хоть чуть-чуть выглянул, я тебя самого первого бы нашел. Ну видишь. Как так, Димас, я же смотрю, тебя там нет. Ах ты, жопа такая. Ребята, лайк за классные прятки. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.